Всем привет, с вами Анирель, и это The Forbidden Battleground, вторая часть. Попытка пройти на ачивку с 5 протагонистами и без смертей. Должно это получиться довольно-таки плюс-минус легко, потому что протагонисты — самая популярная фракция. Она очень у всех прокачана. Не все вложили руны 2 в Мэтью, но вот я вложила и абсолютно не пожалела. У него прекрасный фракционный баф. А еще специально для своего танка я возьму госпел. Одной из самых мерзких мерзопакостей в этой карте является вот эта вот горгулья, которая в конце своего хода запрещает двоим лечиться. Вот этим вот скиллом. Поэтому я попытаюсь ее убить как можно скорее. Так, как бы так захватить верхнего вот этого вот Минотавра? И не захватить вот этого товарища. Наверное, вот сюда встану. Даже если вдруг Минотавр его убьет, у него будет прок молотка, который не позволит ему сдохнуть. Вот он, молоток. Не убил, но застанил. Так, эта гадина уже меня практически достает. Так, минус еще один.
Ух. Так, из стана вышел тоже хорошо. Осталось не попасть под ведьму. И попасть под Минотавра, но не под его гварда. Давайте вот. Кого пойдет бить Минотавра? Минотавр пойдет бить Ледина самого. Потому что Ледин у нас копье. Соответственно. Надо встать так, чтобы он мог его ударить. Все-таки она меня достала своей мерзкой ауешкой. Хп. Кошмарики. Одно радует. У нее всего одна ауеха. Следующий будет Рипер Тач. Рипер Тач я не очень боюсь. Бум. Так. Рипер Тач на Ледина, который никогда никого не хилил. Смешной NPC. Так, ну первым делом, конечно же, убьем ведьму. Нет, не убьем, потому что ее гвардят. Тогда вот так. Теперь пытаемся убить ведьму. Баффлсит, там баффлсит. Ну что, это было очень просто. Думаю, оранжицы будут не сильно сложнее. Там у меня шикарный есть танк-джаглер. Ну и много других классных персонажей, типа Луны. Всем удачи в прохождении. Это были протагонисты без смертей. Я не рад. Всем пока.